везде одно и то же. А кто же вас развлекать-то будет? Я голый. Это было оргазмично. Защита 100%. Иван Ургант, тушка. Ты в кортике, Светлана, понятно? Понимаете, что здесь были все? Я не знаю, от Робби Уильямса до Билли Айлиш, все наши отечественные суперзвезды, мировые суперзвезды в этой гримерке красились вот за этим столом, за которым меня только что тоже подмазывали и все остальное. Честно говоря, я думала, что гримерки в вечернем Ургате, они такие немножко раздолбаны, а здесь просто именно снимается. Но нет, здесь происходит все реально, и вот там вот я вам покажу сейчас. Здесь еще одна комнатка, вот видите, они жрут мои печеньки и конфеты. Я еще ничего не ела, потому что у меня супер облегающее платье. Потрясающий этот дизайн, который, мне кажется, знает каждая бабулька, которая смотрит Первый канал, и каждая молодежь, кто смотрит выпуски в интернете. Секси мяу. И мяу. Как я готовлюсь к Урганту? Мяу. Самое главное — это справиться с волнением. Как бы образ у меня уже неплохой намечается. У нас тут такая сички, тут бич вейвс. И я слышу, как там разыгрывается группа Фрукт. И вот эта мелодия. Вечерний Ургант! А прикиньте, я захожу такая в студию, такая, мне... И Иван такой, отсыпь! Ну, карантин карантином, а кто же вас развлекать-то будет? Концерты для Клавы Коки никто не отменял. И сегодня мы с моей командой будем зажигать на ВК-фесте. Мальчики, как вам наши костюмы? Всегда существует большая интрига, в чем же будет выступать Клава Кока. Но я думаю, сегодня модный тренд очевиден. Они пока не в костюмах, ребят, но не переживайте. Моя команда столько употребляет спирта, что у них просто... Друзья, всем привет. Сегодня нам запретили целоваться и обниматься. Экскурс по гримерке Клавдии Коки. Хочу добавить, что обычно за этим столом лежат шоколадки, вода, соки, клубнички. Зато сразу есть концертный костюм. Костюмчики, а? А мы думали, в чем мы выступать сегодня будем. Я голый. Танцую обычно. Да, Клав? Конечно, голый. Клав, а что за туфли? Посмотри, офигеешь. Вау. Подошва из кожи, прикинь. Охренеть. Кожаные подошвы. И такие красивые. Последние штришочки, и Первый канал будет в моем распоряжении. Я бывала здесь очень много раз, вот в этих коридорах останкинских. И самый яркий раз — это был кастинг на «Голос». Здесь была большая довольно-таки очередь, и шло прослушивание. Естественно, меня не взяли ни на первый голос, ни на второй голос, ни на третий голос. Вот это вот состояние, что здесь всегда волнительно, оно у меня присутствует до сих пор. Знаете, где я сидела тогда? Я сидела вот здесь вот и сторожила это место, потому что мы сидели в очереди часа 3 или 4. Если ты встаешь, то сюда автоматически кто-то садится. Я помню, как хотела в туалет, но сидела, потому что знала, что мне нужно экономить силы. Кастинг на «Голос» проходил вон там. Я помню, вот был этот же плакат, вот этот же картонный вечерний Ургант. И я думала и представляла, что когда-то я буду не просто участником кастинга, а я буду здесь. И сегодня я реально здесь. Спасибо, что пригласили. Ты переживаешь? Я последние года 3 в списке главных мечт на 2017, 2018, 2019, 2020 год писала сходить на интервью к вечернему Урганту. Для меня это как будто бы, знаешь, тебя как-то признают. И это так круто, когда девчонка, которой везде сказали «нет», сегодня говорит «да» с Первого канала в эфире вечернего. Я буду руки твои. Потому что я буду с ним говорить на «вы». Очень воспитанная девочка буду. Попкорн под окнами? Попкорн под носом? Попкорн под бортом? Попкорн в одном шаге? А все почему? Потому что с этого момента мой попкорн во всех магазинах «Магнит». Если честно, попкорн настолько близко, что даже как-то тесновато. Иногда мне даже кажется, что мы живем вместе. Спим вместе, просыпаемся вместе. Ну а что, мозг не выносит, готовить не просит. После гастроли всегда ждет и рад мне.
life was nothing bold enough for so long. Магнит. По-моему, ты примагнитил слишком много попкорна. Дили-дили-бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Клав, ты как? Где он? Кто он? Мой попкорн. В магните. Ребят, ну если серьезно, то попкорна много не бывает. И это так прекрасно, что теперь каждый из вас может купить столько, сколько ему нужно, рядом со своим домом. Ищи Holy Corn by Клава Кока в магните. Ты подглядываешь за мной опять? Так, так, все, я переодеваюсь, ну-ка. Естественно. Хватит засовывать в рот всякую ерунду. Ну это моя фишка. Это кастинг в команду Кей-Кей Крю. Защита 100%. Можно пока мне и нейромикрофон, чтобы начали чек? Честно говоря, никогда не выступала с задниками, которых нет, но которые будут на графике. На баунсе. Плечи. Корпус вперед. Подключаем. А можно чуть-чуть музыку поднять все-таки? А микрофон чуть-чуть прибудет. Молодая девочка, какая рабочая сторона? Не слушайте никого, кто вам это сказал. Клав, мне кажется, что эта сторона лучше, чем эта. Мне тоже так кажется. Пишите в комментариях, какая вам больше нравится, это или это. Здесь я более сучка, здесь я более мила такая. Манала Бланик из «Секс в большом городе». К образу мы подходили очень скрупулезно. Вот это корсетное платье придумала Лада, моя сестра, опять же. Его дважды перешивали и шили, естественно, до меня. Выбирали скрупулезно ткань. И сегодня, буквально час назад, его привезли, потому что ночью в 5 утра мне показалось, что оно мне слишком большое, а я еще специально не ела тут долго. Я хочу, чтобы талия была осиная, в общем, вот такая красота. Специально сделала маникюрчик. Было очень много вариантов, что надевать сверху, но мы решили, что как-то надевать платье в пол или быть такой супер леди, как-то не совсем буду я, поэтому в этом мне будет максимально комфортно, это выглядит стильно, я уже жду, не дождусь, когда я это надену, выйду, да, и такая вечерняя. И, кстати, мне очень интересно, какую песню будет играть группа Фрукты, когда я буду заходить, потому что когда, например, заходил Алишер, ну, вы помните, какая песня играла. И я уже такая, даже я буду здесь. Вот сегодня. Зефира мне делает жидкие колготки, это чтобы ножки блестели. Выравнивают, типа, ну как тебе? Только хотела здесь оказаться. Странное желание? О, действительно, такое странное. Кто же первый канал? Я очень переживаю, потому что сейчас сюда зайдет Иван, и мы начнем снимать. Прямо здесь, в гримерке. О, левая, право, левая, право. Как видите, процедура везде одна и та же. Что на вечернем Урганте, что на концерте, на котором нет людей. Это очень сложно работать вот так вот в пустоту. Заряжаться от пустоты. Улыбаться в пустоте. Вот он, мой звездный час. На земле. Я сделала больно и покинула чат. На самом деле это было намного проще, чем на моем онлайн-концерте. Возможно, потому что я уже немножко привыкла к выступлениям без отдачи. На концертах артист заряжается от зала, а здесь зала вообще нету. И все, что я вижу, это людей за камерами в этих белых костюмах, за которыми даже глаз не видно. А можно показать вот это вот? Я так старался. Ты порвал что-то нить? Я так старался, что... Теперь у Арманчика специально порваны. Это было оргазмично. Блин, я так расстроилась.
Там, вы видели, там есть сцена для нормальных артистов, где все выступают со светом. Нас поставили на эту, блин, зеленку. Это как не до капелла какая-то, на которую выступают. Ладно, ничего, все было круто. Ребята из ВКонтакте, я вас очень сильно люблю. Я создала страничку ВКонтакте в 2007 году. Я помню наизусть свой ID. Эпоху, когда мне дарили подарки, когда у меня было первое 100 подписчиков, и когда вообще еще не было подписчиков из стенки. Так вот, я надеюсь, что в следующий раз, когда вы позовете меня выступать, вы меня поставите на нормальную сцену. Потому что в прошлом году я выступала на блогерской сцене. В этот раз на зеленой сцене, где нет вообще ничего и где немножко странно. Поэтому, пожалуйста, я вас очень люблю, реально. Но в следующем году дайте мне уже, ну, вот вырваться к людям. Скажи, что говорили люди на ПТС? Там было 20 мужиков. 20 мужиков, которые стоят за камерами. Вот, и они снимают и смотрят в экран, что получается в картинке. И Даша немножко засекла их разговор. Во-первых, они очень часто говорили «уф-уф, я больше не могу». А после окончания нашего выступления они резко встали и сказали: «Ребят, ну пора теперь точно курить». Они сказали, что они просто к***ят. Ради этого Ты готова танцевать на зеленке? Каждые 5 минут, когда камера переводилась на мальчишек, они делали такое выражение лица и говорили: уф, это перебор, а можно нам вернуть камеру на Клаву, пожалуйста? Мы к такому не готовы. Вот это точно слишком, зато я могу делать. Не знаю, что они там говорили про мальчишек, но когда я смотрел в монитор, а с этой зеленой не было видно этот монитор, то мое то его периодически мелькало там, и причем в полный рост, или вот в этом, не знаю, походу начали там не на Клаву, если честно. Понятно, бич, ты в курсе, кто тут главный, понятно. Надо заканчивать этот влог. Ой, это что было, все выключай. Сегодня в гостях певица, видеоблогер Клава Кока. Лишь я сделала больно и покинула чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат. Bad mistakes. Нормально было? Ну, просто честно. Потрясающе. Мы должны тянуть. Ну честно. Но было не сильно видно, что я пережила. Вообще не было видно. Я просто вчера еще смотрела анализирование персонажей по вечернему Ургату, как они себя ведут, уверенно или нет. Я такая думаю, блин, надо выглядеть уверенно, но ничего не получилось. Только что пришел Иван, сказал, все классно. Сказал, после этого мы переходим на ты. Я серьезно. Мне тут ответил кучу комплиментов, подарил букет. Так что объявляю новый пейринг. Блин, капец, он только что прям спал, так аккуратно. Говорит, все было круто. Вот тут 10 из 10, говорит, ну, ой, гад. Ребят, тут, к сожалению, не все нельзя снимать, не все эмоции попадают в кадр, но где-то на второй минуте мне удалось, в принципе, справиться с волнением, и, надеюсь, было не сильно видно, потому что я понимаю, что надо расслабиться. Вообще забыла обо всем, но, блин, я так довольна, я, мне кажется, все было нормально, мне не стыдно будет смотреть, я надеюсь. Знаете, что если вы что-то реально хотите, все в ваших руках. Вы знаете, что я была в этих коридорах, мне везде говорили нет. И 4 года подряд я записывала список желаний попасть на вечерний Ургант. И вот сегодня я здесь. Хотя еще несколько лет назад вообще мной все пинались. И никто всерьез не воспринимал еще даже год назад. Поэтому, ребят, пожалуйста, верьте в себя, верьте в свои мечты. Хочу сказать, что если вы ждете какой-то знак о том, что нужно идти и делать что-то для себя, делать что-то, то, что вы любите, то этот знак, он прямо сейчас. Я вам его даю и посылаю вам эту энергию. Потому что, черт возьми, мечты сбываются. Иван Ургант, душка. Цветы пахнут прекрасно. И, походу, намечается еще один выпуск со мной, поэтому переходите на YouTube-канал «Вечерний Ургант». Спамьте там в комментариях, что хотите меня еще. Сделаем максимальное количество просмотров, и я приду сюда в более откровенном опыте.